Доброе утро. Сегодня 3 марта, нет, 2 марта. Сейчас мы проснулись очень рано, в 4 утра, а то и в 3 вообще я проснулась. На 5:30 у нас был будильник заведен. Сейчас наши девочки выйдут, а Саши пошел чаю попить. А я как раз смотрю вот этот волшебный уголок, откуда выходят все коровы. Вот уже 5-я корова, последняя идет. Интересно. Тетушка их выгнала на выпас. Что это у нее там за фирма такая? Коровки бедные хромают. Все какие-то тяжеленькие прям. Вот. Ой. Саши говорит, пошли чаю попьешь со мной. Ну, вернее, рядом постоишь. У меня вот кофе с утра сделала. Ну вот сейчас, наверное, 5:45, где-то так. Вот так выглядит утренний, очень утренний мейн-базар. Жизнь кипит всегда. Человек уже вовсю вон продает чай, и у него даже клиенты. И собачка, и человек спят. Постелили какие-то мешки. Вот идут на площадь спастись. Хотя, конечно, им бы надо на луга, на травку. Но в центре столицы только всяким мусором питаться. Что они хромают, бедняги. Что у них с ножками-то? Машина гудит, но корове все равно. Так, что это? Сменила траекторию. Пошли. Опоздала. Компания твоя уже ушла. 5 человек. Надо будет мне как-то вот сходить туда на разведку. Ну, там мебельного производства. Итог. Какие-то пуфики, корзиночки, мебель, тумбочки. И все это как ротанговое, что ли, как это называется, из веточек-то плетеное. Да, туда надо будет сходить. 6 утра, какое интенсивное движение. Доброе утро, good morning, happy holly. Счастливого холи всем. Надеюсь, мы проскочим. Я в такой красивой шали бирюзовой. Не хочу, чтобы меня обсыпали. Вот они, коровы, так далеко ушли. Второй, третий. Оставьте пока, оставьте. Сейчас они подъедут. Четвертый. Так, ну все, вроде разобрались. Чемоданы пересчитали. Никто не потерялся. И чемоданы в том числе не потерялись. Нам нужна вот эта 14-я платформа. 6:40. Шатабди экспресс.
Какая луна желтая, большая. Ой, как красиво. Какой вагон? Ну, кам-кам. Так. Ирина вчера разрисовалась. Мехенди. Красота какая. Я покажу без всего. И черная, и коричневая. Сзади у меня там все есть. В общем, весь вечер ушел, я так поняла, на произведение искусства. Ой, ой. Саши говорит, за это время она могла бы уже татуху набить. Вы как ушли? У меня на спине там же. Ой, ой, мандала целая. Это что-то. Тридцать два, тридцать четыре и сорока до сорока пятого. Седьмой, следующий наш, восьмой. Вот. Должен остановиться под своей вывеской. Чудеса. Чудеса. Не бежать. Так. Это наш товарищ. 33-34. Так, девочки, смотрите, один багаж сейчас он положит. Вот, наблюдайте за багажом. Один положил. Ты поняла, какие, да, какую он интригу провернул, всех пересадил. Самое интересное, все. А теперь вот говорит, вы woman, can talk, 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 болтать, болтать, болтать. А сам-то к серому, к серому. А я не знаю. Должны подниматься. Нет, ну они опускаться, по идее-то, должны. Видишь, как хорошо. Какой-то рычаг. Что ты там нафотографировала? Ирина, я сейчас покажу. Давай. Я просто... Так, вот ничего... А, вот, все сюда. Так, здесь как-то надо открыть. А, вот. Вот. Ты наш летописец. Летописец. Я ничего не понимаю, как тут двигать этим фотоаппаратом. А что у тебя? Он новый, что ли? Он у меня не новый. Я просто не пользовалась им, знаете, уже сколько. Я просто стирала бумажкой, да? Вот она, всегда сама. Вот. Так, сюда. Значит, теперь мы двигаем. А, нет. Так, как же... Нет. Ой. Ну это а, да, ну, это так, вообще. Декольте супер, да. Ой, ну прям как принцесса тайландская, прям красота. Мне сказал, как вставать, вот так, и вот так, и вот так. А это я просто сзади. Ага. Сейчас мы все. А вот, вот сзади, пожалуйста. Ой. Ну да, но это стоило того терпеть. Нет, ну время-то просто сидеть, ну, как да, бы да. Терпение нужно. Приехать в Индию и сделать вот такую красоту. Надо, надо. Ну, черная, ой, она будет долго держаться. Долго? Больше двух недель. Если я ты мочалка интересна. Я когда черную делала, она у меня, знаешь, месяц, наверное, держалась. Она просто... А вот еще на ногах. Но на ногах он рисует. Вот только рисует. Еще и ноги у тебя там. А ноги тоже показывают? Нет, Жаня, нет, ты можешь посмотреть. Ну, чьи ноги. А он тебе паразит дал, да? Да нет, он сначала дал полистать, он говорит, а потом я сам сделаю. И начал сам рисовать. Художник. Он это от души нарисовал тебе хорошие рисунки. Хорошие, красивые. Это вот первый брат или друг, так я бы не знаю. А ты какой раз в Индии?
Первый, ну это конечно, обязательно надо. И сари хорошее себе надо купить для первого раза. И... Сари меня уже там ждет. Я так надеюсь. А, это что, подарок он тебе передаст? А я не показывала? А я уже его удалила. И подарок есть уже сари. Я надеюсь. Он говорит, сари полагается носить с блузкой. Ага, я говорю, да, ну, какого цвета будет моя блузка? Он говорит, там женщина, говорит, шьют, говорит, заодно мы все шьют. Ага. Голубого, орнамент голубой, говорит, хороший вкус. Да, я имею хороший вкус. Так, подожди, давай. Все-таки как хорошо иметь в компании мужчин, да, потому что они настолько в технике легко разбираются. Да. Ты, нет, сюда ты не нажимаешь, сюда ты нажимаешь на вот нижнюю, давай, если вот посмотреть, оп, хочешь. Так, да? Потом это все можешь удалить, ага, потом это левое, правое, ага, вперед, ага, и назад. Давай неспособных ее пальцем. Вот, вот я листаю. Да, вот это вперед, а это назад. Ага, все, о, вот, все, а вот это вот удалить можешь, то, что тебе не надо. Для этого. Экономишь. Вот для этого. Оп. Вот этот тебе удалить надо? Да, удалить. Вот сюда нажимаешь. Оп. И подтвердить посередине. Оп. Нет, удали, да. И сет, а теперь сет. Сет. О, теперь, допустим, я опять удаляю сюда. Вот это да. Оп. И сет. И этот удалил тоже. Это удалил. Нет, а я только что попробовал. Саша новости читает. Надо бы узнать, какие у нас новости творятся сейчас. Сергей, а как узнать, как смотреть видео? Просто, ага, я просто не хочу показывать. Ага, Гурудвара. Да. Прелестно, прелестно. Ой, это удалить, это да, удалить. Вот это тоже делит, да. Так, вот чашка. Ну, вот чашка. Эти. Чашка, кастрюля. Литров на 1000. Лепешки. Так, тоже удалять. Делит. Вот тебе есть чем заняться за 4 часа. Да, сейчас вот я езды. И хочу, ага, удалить лишнее. Вот это. Вот, девчонки. А мне так нравится девчонок фоткать, когда они об этом не подозревают. Да, да, когда не стоят по стойке смирно. Да. Потом эти фотографии можно обрабатывать. Но я, конечно, этим занимаюсь. Очень часто из группы вот людей, когда с ним фотографируют, что они не знают, вот у них на лице такое вот. Эмоции неподдельные. А когда, ну, так, позируем, встали, да, уже. Ага. Да, Ямуна. Это Ямуна? Так она далеко. Ямуна. Почему она далеко? Что? Когда ты делаешь фотографию, холи-холи. Просто, когда ты делаешь фотографию, сетки не будут, хорошо? Вот, вот у них в газетах, нам газеты принесли. Я когда эти фотографии, я вот туда вот смотрю. И сегодня фестиваль холи, поэтому все ему посвящено. Ой-ой-ой-ой, смотрите. Ужас какой-то. Дьявол как бы прибывает сегодня. Да? Угу. Прибывает, я так понимаю, прибытие. Райф. Making the long holiday special. Еда какая. Думаешь, ножки? А вот. Или нет, то нет. Но вот это на клубнички похоже. Да, с одной стороны как бы клубнички, с другой как бы куриные ножки. Очень странное произведение искусства. Саши, расскажи нам, о чем тут речь? Ой, вот какие они красивые. Мне так нравится вообще. Ага. Это же индийские актеры. Холи-холи. Вот, да? Все актрисы разрисованные. Все испачканные красочки. Так, краткое содержание сегодняшних новостей. Так, это какая, это как бы... Слушайте, в Индии даже газетки вот какие-то красочные. Ага. Да? Веселые. Очень интересно вот этот вот момент. Ага. Логично, прям продолжение. Уже хвалят. Вот они, краски. Везде Happy Holi. Самая главная новость дня. Конечно, новость всей страны.
А у нас в Путапарте холи не играют практически. Да? Саши, ага, накупил красок, а никто не играется, не кидается. Так огорчился. Давай, проверяй свою дату. Кушать раздают, говорит. А это разве завтра? Ну, это начало. А, да? Старт. Для разминки. Маленький тренинг. Да, да. Интересно, давай.